Всем привет, друзья! Вы на канале Gadget Page. И сегодня у меня на обзоре умная кормушка для кошек и небольших собак с краудфандинга Xiaomi под названием Fairytale Smart Feeder. Перед обзором хочу пригласить вас подписаться на нашу группу ВКонтакте, где мы публикуем посты с фотографиями новых гаджетов из первых рук, а также даем обратную связь по вашим вопросам. Название странички вы сейчас можете видеть на своем экране, и также ссылку на группу вы найдете в описании. Устройство поставляется в довольно большой коробке с ручкой. На лицевой стороне есть контурное изображение устройства. Внутри кормушка проложена мягким материалом, и также тут лежит весь комплект поставки. В него входит блок питания с проводом, который по заявлению производителя заключен в нейлоновую оплетку, и его не получится перегрызть вашему питомцу. Также в комплект входит всяческая документация, вроде гарантии и буклета с инструкцией и руководством. Сама кормушка также обернута мягким материалом, и к ней примотан гостинец из Китая для вашего кота. Это упаковка паштета с тунцом в форме лежачего котика от бренда Long Long Cat, и внутри порции паштета также упакованы в пакетики с длинным котом. Кормушка имеет немаленькие размеры, и ее емкость для корма объемом 4 литра и может вместить до 2 кг сухого корма. Эта емкость прикрывается крышкой, которая плотно зафиксируется в пазах, если ее повернуть. На внутренней стороне крышки также есть специальный отсек, куда вставляется осушитель, который тоже был в комплекте с кормушкой. Такая изоляция еды от внешнего воздуха в емкости, по заявлению производителя, позволяет избежать окисления корма и сохраняет его свежим и хрустящим на протяжении длительного времени. В емкости стоит простой и надежный механизм подачи. Это шестисекционная перегородка из мягкого пластика, которая перед выдачей четко разделяет корм на порции по 6 грамм. Также, как видите, эта емкость без труда вынимается из корпуса кормушки. Ее без проблем можно мыть в раковине, так как все элементы здесь механические. А моторчик с приводной шестеренкой располагается на дне основного корпуса кормушки. Миска, куда падает корм, выполнена из нержавеющей стали. Она также отделяется от основного пластикового корпуса, чтобы ее было удобно мыть. На нижней стороне корпуса есть противоскользящие ножки, благодаря которым кормушка очень надежно стоит и животные ее не подвинут. Посередине есть отсек под батарейки, которые могут стать аварийным питанием в случае, если электричество отключат. И здесь же рядом есть разъем под провод питания. Над миской есть небольшая круглая крышка подачи, а также маленькая кнопка. При включении питания ободок вокруг крышки загорится не очень яркой подсветкой белого цвета. Внутри емкости, куда засыпается корм, также есть специальные датчики, которые оповестят вас в случае, если еда подходит к концу. Цвет подсветки в таком случае изменится на красный. И также можно будет настроить уведомления, которые будут приходить в приложении от кормушки. В любой момент по двойному нажатию на кнопку на корпусе кормушка выдаст одну порцию еды вашему питомцу. Но, как понимаете, основная фишка кормушки – это автоматизированная подача корма с подробным слежением за диетой вашего питомца. Через специальное приложение можно установить время подачи и размер порции, и назначить этот сценарий на ежедневное повторение. Также приложение поможет подобрать вам план питания, исходя из веса животного, и предложит оптимальные размеры порций. Также, помимо датчика в емкости, который будет оповещать вас о том, что корм подходит к концу, есть еще и специальный умный модуль веса, который установлен в основании под миской. Благодаря ему в приложении вы будете видеть информацию о том, поел ли ваш питомец и сколько всего было съедено. Увы, вспомогательный софт пока только на китайском. И проблемы у русскоязычного пользователя возникнут уже на этапе регистрации через WeChat. На самом деле не все так плохо, и по запросу производитель прислал версию приложения с возможностью регистрации без WeChat. Ссылку на эту сборку вы найдете под обзором. Там пока что также только китайский язык, но зато теперь можно будет полноценно пользоваться функционалом кормушки и настраивать время подачи еды. Большинство пунктов с советами, конечно, будут для нас непонятны без переводчика, но ко всем базовым возможностям вас приведут интуитивно понятные иконки, и разобраться с настройками устройства будет совсем несложно. Производитель также заявляет о максимальной безопасности со всех сторон. Все материалы абсолютно безвредны для животных, а механизм подачи мгновенно остановится, если обнаружится какое-то препятствие при вращении. Подающий канал у кормушки расположен под меняющимся углом, и на протяжении всей его длины обеспечивается свободное движение гранул корма без задержек. В итоге эта кормушка действительно полезное устройство. Благодаря этой штуке, даже находясь в командировке, вы сможете контролировать питание и наличие корма у своих питомцев. Кормушка подключается к Wi-Fi и передает всю информацию о трапезе кота через интернет. Благодаря этому удаленно можно изменить объем порции или время подачи еды, а также заранее узнать, что корм кончается и его нужно купить или досыпать. Но, увы, приложение пока на китайском. Если вы там не зарегистрируетесь, кормить кота придется вручную, дважды нажимая на кнопку подачи. Также, кстати, кормушка может быть использована не только для кошек, но и для небольших и средних собак. Так как диаметр канала подачи корма обеспечивает беспрепятственное движение частиц диаметром до 13 мм. Свои вопросы и мнения по поводу умной кормушки можете оставлять в комментариях. Ссылки, по которым можно ознакомиться с ценами или заказать устройство, вы найдете в описании. А на нашем сайте gadgetpage.ru вас всегда ждут самые свежие и сочные новости из мира технологий, а также подробные обзоры, разборы и распаковки новых устройств с фотографиями процесса. Не забывайте подписываться на наш канал, нажимать колокольчик и ставить лайк, если обзор вам нравится. Всем спасибо за просмотр, всем пока!